В День пожилых людей многодетные матери Октябрьского района получили из рук районного акима подвески «Алтын» и «Кумыс-Алка». Еще 50 ветеранов приняли участие в праздничном обеде, организованном местными властями. В этом году Октябрьский район поздравил 50 человек преклонного возраста. В их числе ветераны войны, заслуженные работники образования и угольной промышленности. Всех пенсионеров людей преклонного возраста ждал праздничный обед, организованный сотрудниками акимата Октябрьского района. Поздравит пожилых людей депутат городского маслихата Жандыль Мухтаров. Практически все достигнуто – это результат труда старшего поколения, отметил он. В этом году в данном здании аким района, накрыв белый дастархан, принял около 50 ветеранов, тружеников тыла, людей, которые стояли у истоков становления Октябрьского района. Аким Октябрьского района в ходе мероприятия наградил пожилых многодетных матерей подвесками «Алтын-Алка» и «Кумыс-Алка». Мирослав Гусакимбаев, Балжан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.